что ж, ребят, всем привет, меня зовут Джефф Дюля. Видеоролик по Бравл Старс. Да, я знаю, что у меня вопрос по поводу того, ты уже выкладывал видеоролик по Бравл Старс, но когда ты выкладываешь новый видеоролик, пати какой на новой игре? Ребят, если у вас есть какие-то игры, которые вам нравятся, которые мне понравятся, я, конечно же, буду их записывать. Но если там игра выживания, либо же для контента летсплеев, пожалуйста, не скидывайте мне эти игры, потому что я их точно записывать не буду, потому что я терпеть не могу летсплеи, потому что их записывать вообще не могу. То есть я не знаю, что там можно добавить такого смешного, чтобы вам было смешно смотреть мне ролики мои. Да, но вот такие вот делишки. В общем, мы погнали, пойдем сейчас в бой. Истинный профессионал, в скобочках нет, я взял Пайпер, потому что на этой карте Пайпер вообще точно тупо. Так, Рико, ты думаешь, я такая тупая девка, да, а я умна, и ты тоже умный, а не ты умный. Мне самое главное автокликеры нажать. О, я попал. Like a boss. А чё он ту не возьмёт банку? Я не пойму. Я же ему оставил банку. Только той степзе. Ты! Я тебя унизу. А, заради моего братана! Я на всё пойду. Нет, ведмежонок. А, нормально говорю всё. Знаете, что было самое интересное? Самое было интересное, это когда появится конкурс карт на стукновение, то там уже будет весело. Я вам отвечаю. Вот там будет весело. Капец. Пэм. Ну, Пэм! Быстро, блядь! ХП 8, ХП нет! Я не сдохну, нет! Не 40, ВП нет! Ой, блин, столкновение, я уже пойду сейчас. Какие тут события? Что за карта? Все, класс, лучше пойду ограбление. Да, ограбление. О боже! Ну я карту знаю цю. Тупо. Вся суть видеоролика это просто тупо этот. Цей. Ну дебил. Або не, хорошо, ладно. Молодец, красавчик. А ну-ка, что мне интересно? О, есть, я там уничтожал, красавчик, я. Да. Давай. Знаете, что надо будет потом записывать? Надо будет потом позаписывать эти... Как их? Про эту силовую лигу. Надо будет потом позаписывать, потом будет. А мне-то все равно. Хе-хе-хе-хе-хе, ты тупорый, бля. Ну-ка посмотри, как меня бомбит и как у меня жопа горит. Я вам отвечаю, вы такие... Ой, фу, такие вот эти... Ой, фу, какие вы... Это, да. Мне кажется, мы выиграем. Хе-хе, мы выиграем. Хе-хе. А вот это интересно уже. А вот это интересно. А вот это для меня как раз и надо. Быстро, блядь! Я тебе хуже! Не! Ух ты мой га... Трошки осталось! О! А, нормально говорю все? Мне главное, чтобы я ему урон поносил, да и все, потому что мне все равно.
Мы все равно выиграем, пошли срать. О боже, победи, блин, с чем-то там той. 15 раз игроков. Господи, матушку вашу, как это... Хотя я знаю. Я берем просто ту посту. О, сколько мне боли было у меня уже, да. Даже не знаю, давай откроем, не знаю. Потом продолжим играть. Так какой ты, блин, у тебя... Так, пожалуйста. Если сейчас кто-нибудь выпадет, ну хотя... Это понятно, что мне ничего не выпадет, потому что... Потому что я... Да, я не вижу человек. Встал. Короче, я понял. Что? Ну почему? Ну почему не боец? Ну блин! Ну почему? Ну почему какая-то позевка на какую-то там Джейсон? Ну нафиг она мне нужна, сдалась я здесь. Стреляй, мини-игру, которая вот так вот одного врага к другому подлево. Ненавижу, по зачем мы добавили эти пассивки гаджеты, нафига они нужны? Ну что ж, вот такой видеоролик у меня получился. Если вам понравился, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал. Ну и можно написать комментарий, если тебе хочется. Ну а я вам желаю приятного дня, приятного просмотра, который, мать, уже вы посмотрели этот видеоролик давно-давно, и вы уже смотрите его в конце. Если ты смотришь этот момент, оставь плюсик. Но, я не прощаюсь, всем удачки, и всем пока-пока.